Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Фокс, ОЛТВ, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем здравствуйте, ОЛТВ. Всем привет. Всем понравилась рубрика, когда пацаны угадают аниматроника по звуку. ОЛТВ накидал очень много классных пилпаков, поэтому будет очень интересно. Если будете кушать, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Слушайте внимательно. Это Фантом. А кто? Фантом? Да, это у кошмара. Блин, я не знаю. У них одинаковые звуки, это сейчас на рандом, но это точно не Spinning Tap. Ну давай... Фокси... Вы решили, кто это? Фантом пусть Чика. Пусть будет Чика. Без понятия. Вы что, не поняли, что это был он бой? Я же говорю, пацаны. Да ладно, пацаны, это было легко, закрывайте. Поехали дальше. You may not recognize me at first, but I assure you. Это Spring Trap. Это Spring Trap, только еще. Слушайте. Как бабка ходишь. Все, вы решили, кто это? Spring Trap. Spring Trap. Выиграли по очку. Отлично. Поехали дальше. Давайте будем будем брать что-то новенькое. FNAF 2. Это определенно FNAF 2. Можешь походить, что-то делать. Хожу. Ходи. Это, скорее всего, Wizard Golden Freddy, скорее всего. Либо же. Не, мне не кажется, нет. А можешь там пробел, АФ, еще что-то? Не, я думаю, что это Winner Foxy. Никто ничего не говорит. Не. Подожди, FNAF 2. Это кто-то, значит... Skywizard Golden Freddy, наверное. Ну давай. Мне или кажется, подожди. Вообще нет. Ну, мне кажется, нет. Или, ну, это определенно FNAF 2. Кто? Так, ну, у них у всех этот звук. Мы сейчас просто опять на рандом будем тыкать. Ну, кто не издает звуков, когда ходит? У Маринетки другой звук. У Маринетки тоже другой звук. Палумбой смеется. Да. Мангл, вот эти А Purple Guy, он как ходит, не знаешь? Блин, не знаю. Purple Guy? Подожди, я... Ну все, решили, открывайте, тут пробуем. Да, Purple Guy. Ладно, угадали! Да вы увидели мою руку, я понял. Вы думаете, я не догадался, что вы руку мою спалили? Да мы не видели ничего. А, ладно, хорошо, угадали. У нас ничего не было. Подожди. Да блин! Да ну, пацаны, мне больно по голове. Хорошо, поехали дальше. Опять. А чё? Ладно. В смысле, а, подожди. Значит, это не FNAF 2, если он удивился. Да не, звук точно FNAF 2. Ну кто это опять? Да опять это пак кто-то. О, слышишь? Я это кто-то из Визардов, наверное. Пацаны так хотят угадать, что сейчас проиграют. Да не похоже, что Визард. Мне кажется, это кто-то обычный. Из Тоев? Значит, да думаю, что это. Мне кажется, Той. Ну а кто тогда хорошо? Ну точно не Той Фокси. Той Фокси? Нет, а точно. А, это Мангл, которая? Ну, когда Мангл починила. Той Чика? Да нет, когда... Только этот звук есть, да? Дима, ну ты, конечно, молодец, взял одинаковых. Так это ОЛТВ накидал мне билпаков, я их и скачал. Вы тут при чём, вы чего, пацаны? На рандом. Я Той Бонни. Пофиг, давай. Той Бонни, давай. На, не! 2-2! Это Фокси была! Отлично! Мне нравится. Все, докройте калитку. Так, пора вас уже запутывать. Так, у нас уже есть какие-то еще классные пилпаки. Сейчас. Ты уже нас запутала. Это ж хорошо. Ну, естественно. Это плохо. Естественно. О! Это марионетка точно. Только из какой-то части. Короче, это Дементор Фреддер. Я бессмертный. А как ты угадал, что это он? Я проверял их перед... А, все, ладно. Ладно, 3-2, 3-2. Да, молодцы. Погнали дальше. А, раз ты этих выучил, да?
Ну да. Это Дементора Спрингбони. Они бессмертны, блин, ребята, эти очень пилбаки подойдут нам на запись, когда буду пацанов всех пугать. Хорошо, погнали дальше. Марионетка, марионетка. Марионетка старая. Старая? В смысле старая. То есть я думаю, что это паперит марионетка? Ну, нет. Риппер Паппи? Подожди, да, это она. Это Риппер Паппи? Да, это она. И где? Вот, мимо! Ладно, убить, да все, догадал, блин. Да вы сюда, ой. Хорошо, поехали дальше. Тоже бессмертная. Это какой-то Фредди или Голден Фредди, по-любому. Только это звук есть, да? Сейчас еще. Да. Блин. Что это? Что-то я не... Блин, сложно. А можешь там пробел там нажать? F, R. Это Риппер Голден Фредди. Я тебе отвечаю. Риппер... Я думал, что это... Нет. Да. Это он. Нет. Да. Нет. Да. Это Дементор Фредди. Нет! Да в смысле нет? Да это Рейпер Фрей... Голден Фредди, отвечаю, я знаю его звуки. Ну попробуй, давай. Давай. Кого вы назвали? Рейпер Голден Фредди. Угадал, молодец. Я говорил. Ай! Так звук точно такой же, как у этого Дементора. Блин, ну вы молодцы. Поехали дальше. А ладно. Этот. Ладно. Сейчас. Есть! Так. Слушаем. Это из Final Scandis. Скэндис. Может быть побегать? Ну вот. Wizard Candy? Wizard Candy, скажи. Я без понятия, слушай. Пусть будет она. Wizard Candy, это Wizard Candy. Или Синди. Или Синди. Блин. Опять. Давай Candy. Давай Candy. Зачем бессмертный? Чё я бессмертный? Я не понимаю! Ой, что, может, стоит убийство между играми? А, другие же умирали. Ладно, какой-то баг. Раньше умирали. Ладно. Погнали заново. Ой, дальше. Опять из этого же бага? Побегай-ка. Это Честер, это визор Честер вот этот. Да блин, вы здесь сильно много спрашиваете, мне не надо этого делать. Да мне кажется, это опять Кэнди. Это Визер Честер, он так быстро бегает, я знаю, это макака вот это. Визер Честер. Да нет. Да, это он. Да нет. Да это он, давай проверим. Давайте, раз, три. Ой. Максим был прав! Максим был прав, что я взял того же. Хорошо, поехали дальше. Это опять из этого же пака. Это либо Кэт, либо Рэд. Это рэп. Да они одинаковые ведь. По звукам. Хорошо, это рэп. Я просто на рандом тебе говорю. Давай рэп. Давай. Не, давай Кэт. Кэт. Да был рэп, вначале был рэп, а поменял потом перед выходом. Вы не угадали. Я перепутал. Угадали. Нет, вы не угадали, потому что вы когда открывали дверь, резко поменял его. Так правда. Нет, это очень спорный Кэт. Вариант, но когда вы открывали дверь, был на тот момент, был вариант неверный. Все, хорошо, ты проиграл. Все, хорошо, поехали дальше. Слушаем. Марионетка. У тебя все марионетки? Сейчас. Где он? Блин, это какой-то... Это какой-то из спрингтрапов. Какой-то из спрингтрапов. А есть какие-то еще звуки? Вот это Визерин Спрингтрап. Визерин Спрингтрап. Точно? Я уверен, это Визерин Спрингтрап. Ну давай. А это Визерин Спрингбони был! Да ну... Я перепутал! Я на него смотрел! Блин, ну прикольно, что ты не угадал! Какой молодец, я не угадал, я по привычке Спрингтрап сказал. Поехали дальше. Это... Хорошо, это обычный Спрингбони. Это олд был!
А какая разница? Есть Sprint Bonnie, а есть Sprint Bonnie Old. Смотри, теперь я возьму другую. Не, не буду издавать звуки. Они разные звуки издают. Да не. Я в шоке из тебя. Как ты живешь столько тысяч лет? Хорошо. Слушаем. Ой, стой, 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 не тот. Я думаю, что это FNAF 2. Что это? Нет, не FNAF 2. Я не знаю. Сложно. Погоди, он звуки, я слышу звуки. Да-да-да, типа... Или нет? Я... Не, звуки издает, такое как... Я слышу, ну, кто-то... Гугание такое, жужжание. Да-да-да. Гугание, говоришь? То есть это Чика Фантом? Ну, пусть будет Чика Фантом. Ты чё, подожди, я же... Я хочу сегодня выиграть, давай, открывай. Давай Фантом Чика. Эй, я угадал! Ты угадал, угадал, угадал. ЛТБ, открой дверь. Слушаем. Балу... Это этот, как он, опять? Это Balloon Boy, это Фантом... Фантом ББ. Фантом ББ. Фантом ББ. ВВ ББ. Я бессмертный. Вы молодцы, что друг друга мочите. Усложняем ситуацию, ребята, шутки прочь. Это все было прикол. А теперь начинаем делать жестко. Прикольный звук. Spring Trap точно такой же может издавать. Это Фантом. Это третья часть. Ну? Третья часть. Кто-то может быть. А, тут есть Old Foxy и Old Freddy. Прикольно. И как угадать? Они разные звуки издают. Я думаю, что это Фредди Олд. Фантом Фредди Олд. Ну все, решили? Я думаю, это обычный Фантом Фредди. Да, обычный Фантом Фредди. Или подожди, стой. Точно? Я за Олд. Я за обычного. Окей, Фантом Фредди. А это был Олд. Я угадал. Угадал, угадал. Я же говорил, это Олд. Погнали дальше. Фантом Фредди обычный. Точно. Угадали, молодцы. Чётко. Хорошо. Хорошо. Да ты опять три... Ты издеваешься? А, то есть ты опять... Да я не знаю, ну пацаны! Это кто-то, это либо олд, либо обычный. Ну ты издеваешься. Ну угадай, ну я специально буду так делать, чтобы вас запутать. Да ну ты честно. Ты хочешь просто выиграть. Я хочу выиграть. Так, не, они разные звуки чуть не издают. Я за олд. Ну чё? Ну ТВ, ну ты, конечно, понабрал тут. Сам накачал мне модом, говорит, пилпаки классные есть. А теперь уже зачем ты берешь то же самое? Или обычный. Короче... Олд. Олд, да. Это Old Spring Trap. Мы угадали? Мы угадали же вроде. Так ты подожди! А, да, угадали. Ладно. Да ты чё, офигенно собивать? Хорошо, 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 всё. А это как что за кукарекал тут? Кокос, кок. Да, кокос. Короче, птица вот эта. Птица вот эта белая. Всё, ты проиграл. Да и гранату кинули. Так. Давайте будем запутывать. Стой! Стой. А, ладно, да, не стой. Кошмарный Balloon Boy. Кошмарный Balloon Boy. Да? Да. Иди. Чё я не умираю? Что свободу накачали, они теперь не умирают. Молодец, Фок. Так, хорошо. Давайте с этого... Ладно, сейчас. О! Это либо UNV, это Unwizard Golden Freddy, я не ошибусь, это он. Он также нас забайтил, помните? Это Unwizard Golden Freddy. Unwizard Golden Freddy. Окей, я не знаю, кто это. Я же говорил, иди отсюда. Да блин, вы сильно много угадываете в последнее время. А ты подумал, что ты нас просто... Давай дальше. Собатил.
Потому что мы профессионалы. А ну-ка, на... это Фредди, Unvisited Фредди. Unvisited Фредди. Да я вам поддаюсь, а! Да блин, мне вот эти нормальные моды не мог скачать. Ну я тебя скачал. Так, поехали. О, это Рад. Нет, это Рад. Подожди. Той трап, да? Или подожди. Я говорю Рад. Ну, из этой Кэнди. Это Кэнди. Это Рад. Это крыса, да. Блин, вас нельзя запутать никак. Что хорошо. Там, может, попал? Что? Не то. А? Это сильно палевный. Это пингвин. Вот смотрите, сейчас вы точно не угадаете. Не знаю почему, но вы не сможете. Да, это Reaper Mangle. Мангл. Нет, тихо, это Reaper Mangle. Я его звуки знаю. Да как? Нет, это Нет, это Mangle, которая собака еще такая. Reaper Mangle. Отвечаю, Фокс, пожалуйста, поверь. Это она. Ладно, дам тебе шанс. Ладно, базара нет, угадал. Я думал, фантом вообще Мангл. О! Ой, это фиолетовый Фредди. Не-не-не-не-не-не-не. Это. Это не Shadow Фредди, думаешь? А, да, это он. Это Shadow Фредди. Все! Вы меня выиграли! Я в этом ролике не могу вас выиграть. В следующий раз я буду скачивать моды сам. Вы голимые моды мне скинули сегодня. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте на Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Пока! Всем пока!